собой представляет построчную загрузку, анализ он сам затем сплетает. Каждая строчка — это предложение от точки до точки, книг, документов, монографий и другого строчки. С простыми предложениями особых проблем не было. Там все ясно и понятно, слова слиты смыслом воедино. А вот со сложными, двухсоставными и так далее пришлось попыхтеть. Это целая система знаний. Для того, чтобы разложить любое сложное предложение на несколько простых автоматически были движения в сторону создания интеллектуальной системы, выжимучит формулы, автоматически синтезирует. Она просто ягодка. Логический механизм системы синтеза предложений простых требует от гуру первичного обучения для структуры золотых. По каждой новой структуре слов с падежами соответственно. Гуру один раз автосинтеза, вписанная в базу знаний формула типа структуры распространяется на все при обучении. Структуры сложных предложений отражается, имеющие какие угодно слова, было испытано и нет сомнений, которые имеют те же части речи, слов и падежи их склонений. Сомнений.